Добрый вечер, прайм-тайм. Это конец. Конец клубного сезона в Аркадии. Да, и такое тоже бывает. И прямо сейчас мы находимся в самой колыбели танцевальной жизни Одессы, которая уютно приютила как представителей золотой молодежи, так и ребят попроще, которые... Спасибо большое. Которые... давай, Сережа, уйдем отсюда. Да, мы продолжаем. Мы повстречались здесь с владельцем одного из здешних клубов, который предоставил нам это. Это официальная клубная статистика Аркадии. Итак, за сезон 2013 года в Аркадии было выпито 48 тысяч шотов, 260 тысяч литров пота осталось на танцполах. И 74 раза исполнялась песня «Call Me Maybe». А, кстати, это всего лишь, по-моему, половина от официального количества саундтреков на эту песню. Но это всего лишь сухие цифры. А на самом деле вы видите, что людей в Аркадии осталось совсем немного. Завтра, 14 числа, официально закрываются все клубы. Так что, если у вас еще есть желание потусить, вы можете прийти сюда. Каждый реагирует на это по-своему. Для некоторых это ужасно. Лично мне как-то не сильно зацепило меня это. Ну, а Сережа, я вижу, уже пустил такую грубую мужскую слезу. Не волнуйся, мы сюда еще вернемся. Студия...